Компьютерных игр. С вами снова в студии Сидоров. Я снова представляю вам пару компьютерных игрушек. Итак, первая игра, которую я хочу вам сегодня представить, называется Fury. Название можно перевести как «Гнев» или «Фурия». Если вы заметили, то игра называется не просто Fury, а Fury 3. Видимо, первые две «Фурии» как-то ушли от нашего внимания, и мы сразу переходим к третьей. По ходу игры вы будете гневно летать над поверхностью различных планет и гневно уничтожать все, что движется. Главное, следуйте за радаром, его стрелка должна всегда смотреть вперед. Миссия заканчивается после того, как вы уничтожите все цели. На каждой планете вам придется выполнить миссии 5 или 6, а может быть 4 или 3. Внимательно следите за тем, что остается после ваших врагов. Иногда из них выпадают полезное оружие и призы. Причем вы можете как нахватать нового оружия, так и увеличить огневую мощь, уже имеющуюся у вас, лазерных пушек и прочего. Иногда вам придется проходить сквозь туннели. Эти туннели раскиданы там и сям по поверхности планеты, и от их успешного прохождения зависит успешность завершения миссии. По окончании группы миссий, видимо, после того, как на этой планете уже не останется то, чего можно было бы еще разрушить или спалить, вам предстоит столкнуться с самым главным врагом, так называемым стражником. Стражник обычно спрячется в одном из туннелей и отличается повышенной прочностью. После того, как вы победите стражника, вас перебрасывают на следующую планету. Нельзя не восхититься прочностью вашего корабля. Даже при прямом столкновении с Землей он не сильно страдает от этого. Несмотря на то, что игра очень похожа на самолетный симулятор, это не симулятор, скорее ее можно назвать трехмерной аркадой. Эдакие Doom в истребителе. С другой стороны, такой психологической разрядки вы вряд ли получите, играя в любой из симуляторов, которые нам известны. Эту игру я рекомендую тем, кто любит полетать и пострелять, но не хочет обременять себя запоминанием всей клавиатуры компьютера, как это чаще всего бывает с управлением симулятором. Следующая игра, которую я хотел бы вам рассказать, называется «Экстатика». «Экстатика» — это такая магическая книга, которая была написана в 928 году до нашей эры и в законченном виде до наших времен так и не дошла. Игра начинается с того, что главный герой игры решил зайти в деревню Тирих в поисках воды. Вода у него кончилась, и он решил пополнить свои запасы именно в этой злополучной деревне. Если бы он знал, чем для него это кончится, видимо, он проскакал бы еще миль 50, мучаясь от жажды, но целый и невредимый. Но этого не случилось. У жителей деревни Тирих, как мы успели заметить, есть две общие черты. Во-первых, они говорят на чудовищном шотландском английском, а во-вторых, они почти все мертвые. Но нельзя сказать, что деревни Тирих совсем уж безжизненные. Какие-то формы жизни все-таки в ней остались. Однако все они почему-то очень вас не любят и при каждом удобном случае стремятся на вас напасть. Например, вот этот вот маленький поросенок, так похожий на всеми любимого из детства знакомого пятачка, действует не по-пятачковски нахально. И вот эта дверь, ну совсем уж не Винни-Пух.
Этот зверь знаком со всеми приемами профессионального бокса. Если вам посчастливилось столкнуться с ним во время своих блужданий по деревне, постарайтесь как следует отдубасить его и бейте до тех пор, пока он не начнет отступать. Если вам посчастливилось обратить его в бегство, он не появится какое-то время. Однако расслабляться не стоит. Как потом выяснится, все эти звери – плод неправедных трудов служанки-колдуна, которая решила на досуге побаловаться черной магией и нечаянно выпустила на свободу всех этих тварей. Сама же служанка куда-то делась, и все, что от нее осталось – это дневник с ее записями и воспоминаниями. Самое главное в игре – найти оружие. Места неспокойные задрать могут за милую душу. К сожалению, мы не располагаем достаточным количеством времени и не можем вам рассказать, как проходить всю игру. В игре есть несколько ключевых моментов, которые вы выполните и без нашей помощи. Самое главное – соберите все компоненты для магического зелья. Рецепт этого зелья вы найдете в доме, где в фойе внизу вас будет ждать подгулявший медведь. Мимо него можно прокрасться, либо просто пройти. Главное – не сделать так, чтобы он вас треснул в живот. Но перед этим вам придется принести девочке ее медвежонка. Девочка будет сидеть в амбаре, который будет находиться прямо на входе в деревню. О самой девочке вы можете не беспокоиться. Каратэшные реакции и мастерское владение народным оружием, той бишь рогаткой, выручат ее гораздо лучше, чем это сделаете вы. Если ваш герой хромает, то его можно подлечить в целебной травке, которая находится в том же амбаре, где вы встретитесь с девочкой. В целом же игра «Экстатика» довольно интересная. В ней присутствует определенная доля черного юмора, а постоянное преследование врагов не даст вам скучать. Самое главное, что вам нужно запомнить, это то, что волк, который будет гоняться за вами всю игру, нельзя убить. Хотя можно оторваться на всех остальных врагах, потому что их можно очень легко уничтожить с помощью сабли, которую вы найдете в одном из домов.